Мари, поздравляю вас. Соглашение подписано. Выборы президента пройдут в России с 15 по 17 марта 2024 года. В нашем регионе активная подготовка уже началась. Председатель избирательной комиссии Рязанской области Дмитрий Буков заявил, что на 338 избирательных участках будут вести прямую видеотрансляцию. На остальных видеонаблюдение пройдет в офлайн-режиме. В преддверии избирательных кампаний мы, собственно говоря, вносим изменения, да, какие-то, потому что время не стоит на месте, появляются новые нюансы в рамках проведения выборов. Мы эти нюансы, соответственно, предусматриваем в соглашениях, ну и, соответственно, визируем их своими подписями. Я хочу сказать Наталье Николаевне большое спасибо за то продуктивное взаимодействие, которое мы имели все эти годы, поддержку со стороны наблюдателей и вообще последние годы количество наблюдателей от общественной палаты намного больше, чем от любого другого субъекта общественного контроля. Напомним, что общественная палата ведет мониторинг соблюдения избирательных прав граждан с 2012 года. Сам институт наблюдения на выборах действует с 2018. Соглашение с общественной палатой о сотрудничестве в сфере наблюдения за выборами предполагает совместную подготовку наблюдателей и контроль за частотой всех процедур. Работу мы ведем действительно не первый год, а начиная с 2018 года. И выработана уже определенная практика подготовки общественных наблюдателей. В этом году мы особенно тщательно подходили к этой работе, учитывая значение и масштаб предстоящей избирательной кампании. Онлайн-голосование пройдет в 29 регионах России. Рязанской области в этом списке нет по техническим причинам. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».